Газете «Ас-Салам» на лезгинском языке 20 лет. Торжественное мероприятие в эту честь прошло в историческом парке «Россия. Моя история». Поздравить редакцию с юбилеем пришли представители власти, общественники и религиозные деятели. В этот вечер звучали строки Корана, нашиды и стихи. Выступающие рассказали об истории становления издания и его целях. Тему продолжит Хамза Нурмагомедов. Эту газету считают самой доброй в России. Она издается на 9 языках, один из которых – лезгинский. С 99 года коллектив издания на национальном языке печатает познавательные статьи. Достоверные новости, отвечает на вопросы подписчиков. Это единственная газета, помимо национальных, это единственная газета на религиозную тему. Лезгинская газета «Ас-Салам» – это как и является версией от русской, но здесь больше внимания уделяется на лезгинские темы. Больше, что касается лезгин. Газета имеет 12 страниц. Материалы составляют ученые-богословы, историки и психологи. Тираж на лезгинском языке составляет более 5000. Поздравить редакцию с круглой даты пришли более 200 человек. Среди них и представители власти. Эта газета выполняет несколько функций, одна из которых просветительская работа для тех, кто верует, а другая те, которые открывают, для тех, которые, ну, по крайней мере, не пришел ислам или еще не было такой возможности, дает первое представление об исламе, рассказывает о том, что это такое, о вере, что человек не может жить без веры. Выступающие говорили о роли газеты в объединении народа, развитии культуры, сохранении языка и стабильности в обществе. Для зрителей звучали строки священного Корана, нашиды известных исполнителей и стихи маленьких детей. В завершении вечера представители издания наградили благодарственными письмами за распространение духовно-нравственных ценностей. Хамза Нурмагомедов, Муса Салгиреев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.